Вот. А сегодня мы с вами посадим дерево дружбы. Практически в каждом саду оно есть уже, и это будет такой хорошей памятью о нашем большом светлом мероприятии. Ну и у нас еще, конечно же, 100 лет, мы хотели бы как-то увековечить эту дату. Это ель. Ель колючая, форма называется голубой бриллиант.